У меня сегодня в студии Дима из Кефира. О, Дима, привет, как дела, в чем твой вайб? Здравствуйте, ребята! Не плюйся в микрофон, Дима. Блин, как это смешно было на самом деле. Да уедь ты домой, блядь! Уедь домой, Вань! Меня спасли доли секунд, чтобы я не засмеялся. Просто жарко. Извини. Жарко, жарко. Это атака на Витю или что? Он может в офисе, условно, работаем, сидим, он может зайти просто по пояс голый. Витя, я давай. Понял, ты смотри, задаешь вопрос. Такой вопрос меня волнует, я говорю, и ты читаешь.